Девушку, на которую напала разъяренная собака, спасли случайные свидетели. Ранним утром в поселке Апраксино, это в Кировском районе Ленобласти, редкие местные жители спешили на первую электричку. По темной дороге шла совсем юная девушка. Вдруг на нее набросился огромный пес. Все могло бы закончиться трагедией, не окажись рядом Ирина, которая тоже спешила на станцию, а по дороге взяла случайного попутчика. Они увидели нападение, женщина начала сигналить, но огромный пес не реагировал. Он крепко вцепился в руку девушки. Тогда из машины выбежал попутчик Ирины. В 6 утра мы все подъезжаем к электричке. Насчет человечности и смелости это не ко мне. Это был попутчик, которого я подобрала по дороге на станцию. Просто ехали и остановились, чтобы ее спасти, конечно. Выскочил из машины, отогнал собаку. На записи автомобильного видеорегистратора можно разглядеть темный ошейник на собаке. Вероятно, животное кому-то принадлежит. По словам Ирины, в их поселке бегает пара бездомных псов, но они ни на кого не нападали.